России, когда был другой порядок ценностей. Забытые факты. Итоги торгов на МТБ за 28 августа. Заключено 20 сделок на общую сумму. У нас промышленность вышла из торговли. Мы 1400 рублей. Пшеница фуражная. «Любовь с первого взгляда» – это новая телеигра, которая с октября начнет выходить по первой программе. Лицензия на телеигру куплена у Англии. Заключено 146 сделок на общую сумму 41 миллион. По рекламу и информацию вы также можете от имени своей фирмы преподнести призы. Три.